24 мая 2012 года. Алексеева царица, король и царь смотрят, что вы смотрите, Пауло Коэльо, «Мудрые мысли» его, да? Угу. Вот, включай. На этой планете существует одна великая истина. Независимо от того, кем ты являешься и что ты делаешь, когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого. Ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. И это и есть твое предназначение на Земле. Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, ревностью. У человека одна единственная обязанность – следовать своей судьбе до конца. В ней все. И помни, что когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Вот что надо искать в интернете. А не игрушки, не машинки всякие, там стрелялки, пыхтелки. Ясно? Дальше посмотрите. Тоже мудрые мысли найдите.